Так, ну а это шестой выпуск разбора того большого айсберга загадок и легенд. Тут вам и секретные операции ЦРУ с АНБ, и инопланетяне, и криптиды. Короче, кого тут только нет, все наши старые добрые друзья. Так, этот ролик еще и предновогодний, по этому поводу я скажу пару слов в конце видео. А так, уже традиционально скажу, что если вы не видели предыдущую часть, желательно бы вам ее посмотреть. Там было много всего интересного. Части друг с другом не особо связаны так-то, поэтому вы можете ознакомиться с ней сразу после просмотра этого видео. Ну а тем временем вы на канале BTD. Заваривайте чай, мы начинаем. Lake City Quiet Pills. Это очень большая и интересная тема, которую я, наверное, тут не буду трогать, а сделаю по ней полноценное видео. Когда это случится, тут появится подсказка. В русскоязычном сегменте YouTube про нее практически не высказывались, зато в англоязычном про нее высказался каждый, кому не лень. Вон, даже у Nexpa есть какое-то видео. Бля, искренне надеюсь, что в нем есть момент, где он едет в лес. Если его там не будет, значит, он старался зря. Это отсылка на это видео. Фантомный коттедж. В Ислингтоне, районе Лондона, который находится вон тут, есть одна городская легенда. Когда-то какая-то девушка в тех местах увидела красивый коттедж, долго разглядывала его, потом вернулась к себе в деревню, нашла помещика, которому принадлежала тамошняя земля, и сказала ему, что у него красивый коттедж. Помещик сказал, что у него в тех местах ничего нет. Они начали спорить, и в итоге девушка притащила его в те места, но коттеджа так они и не нашли. И эта история повторялась несколько раз, только коттедж видели уже другие люди, но никто не мог найти его. На самом деле это пиздец. Представьте себя на месте этого помещика. Вот у вас дача есть, вы сидите, никого не трогаете, и тут к вам приходят какие-то ебанутые люди и рассказывают, что у вас за вашим домом есть какая-то постройка. Вы говорите, что нет, они говорят, что есть. Вы говорите, нет, есть, нет, есть. Короче, приходите посмотреть, ничего нет. И эта ситуация повторяется несколько раз. Какие-то сумасшедшие люди просто не кончаются. Это же ужас на самом деле, если подумать. Инфракрасный стиральный мяч. Короче, есть такая вот штука, которую рекламировали как заменитель стирального порошка. И одно из маркетинговых утверждений было, что мяч излучает инфракрасные лучи, что облегчает мытье. Но так-то вообще все предметы излучают инфракрасные лучи, поскольку в переводе на человеческий инфракрасное излучение — это если упрощать температуру. Но куда мы без маркетинга? Разве кто купит эту штуку, если написать, что она просто нагревается? Конечно нет, надо написать про супер-дупер-гига-инфракрасно-фиолетовые лучи смерти, которые за тебя и одежду постирают, и в магазин сходят, и... Ну вы поняли. Группы крови в японской культуре. Некоторые японцы думают, что группы крови влияют на характер человека. Мне тут понравилось описание первой группы. Типа, ну этот чел общительный, оптимистичный, да и в целом приятный. Мразь конченая, конечно, но зато приятный. Вообще подобные идеи бредовые, и их развитие может привести туда, куда приходить не стоит. Поливода. В 1962 году в Костроме некто Николай Федякин заметил, что при прохождении через капилляры вода может превратиться в поливоду. Позже к экспериментам подключилась группа Бориса Дерягина. Прикол поливоды в том, что ее вязкость была в 15 раз больше, чем у воды. Замерзала она при температуре от минус 30 до минус 60, а испарялась не при 100 градусах, а при 150, а иногда даже при 250, ну и так далее. Короче, в 1974 году Дерягин признался, что они где-то налажали и никакой поливоды не существует, а упомянутые свойства были похожи из-за примесей силикатов. Рольфинг. Ну это что-то типа массажа, который по идее должен прибавлять здоровье. Harmonices Mundi. Книжка, написанная Кеплером, в ней упоминается третий закон Кеплера. Непонятно, что этот пункт делает здесь. Гуаша. Лечебный массаж из китайской медицины, суть которого заключается в соскабливании кожи со спины, пока спина не покраснеет. Это ни от чего не лечит, не нужно этим заниматься, наживете себе проблем. Эрозия сфинкса. Не путать с коррозией. Теория, согласно которой сфинкс в Гизе разъебан не из-за времени, а из-за того, что 12 тысяч лет назад в Египте была Атлантида, но она утонула, волнами разъебав сфинкс. Сфинкса. Это я сейчас не прикалываюсь. Это реально есть такая теория. Непонятно, куда утонула Атлантида, она
под Египтом, что ли? Линии Сахамы. Это достаточно странная находка. Вот тут, в Боливии, примерно 3000 лет назад, местные жители создавали тысячи, если не десятки тысяч, многокилометровых прямых линий. По примерным подсчетам, общая длина всех линий составляет 16 тысяч километров. Для понимания картины, между Калининградом и Анадырем примерно 6500 километров. Ну, такое художество не берется просто так, и, скорее всего, как-то относится к религиям тамошних жителей. Creek of Love, Roland Coaster. Есть одноименная песня, в середине можно услышать вот это. Если вы ничего не услышали, значит, мне пришлось вырезать этот фрагмент из-за авторских прав. Можете найти этот трек сами. Вот его название и тайм-код. Короче, по легенде, этот свист является криком модели, изображенной на обложке. По одной из версий легенды, она попала в аварию, получила страшные ожоги, и группа записала ее предсмертные крики. А по другой версии, ее грохнул менеджер группы и записал ее крик. Короче, обычная байка. SemanticPifts.exe. Есть такой антивирус, извиняюсь за тавтологию, Norton антивирус. И в 2009 году он сообщил пользователям, что на компьютер установлен какой-то странный файл pifts.exe, хотя его никто не устанавливал. Файл этот пытался выйти в интернет и связаться с несколькими IP, один из которых африканский. Можно было бы тут начать разводить мистику и разгонять тему со смертельными файлами, но вскоре разработчик, компания Semantic, позднее переименованная в Norton LifeLook, сообщила, что все нормально, это просто они по-уебански сделали обновление антивируса. Тила Текила. Американская порноактриса, певица, рэпер, автор песен, фотомодель, телеведущая, ну и так далее. Господи, там Невский может соревноваться с ней по количеству титулов. В 2015 году из-за наркотиков начала заявлять, что она фанатка Гитлера и вообще его реинкарнация. Ну, Адольф выбрал странные профессии, я так скажу. Не верят выжившему Гитлеру даже его собственная жена. По ее словам, мужчина просто страдает слабоумием. Астральная Америка. Ничего конкретного я не нашел по этой теме. Если на сайте ЦРУ вбить поисковик слово «астральный», то там выдаст дохера документов, в которых фигурирует астральная разведка, астральная проекция и так далее. Исчезающие машины. В 2020 году на Reddit вышел пост с интересной историей. Автор был обеспокоен странными инцидентами. Например, он едет по шоссе, его пытается обогнать внедорожник, но когда он попадает в слепую зону, он исчезает. Или, например, рассказчик едет ночью по дороге, позади него едет машина и светит фарами. В один момент фары позади гаснут, и оказывается, что на дороге, кроме машины рассказчика, никого нет. Я оставлю в описании ссылку на пост, кто захочет ознакомиться целиком, после того, как досмотрите мое видео. Пропавшие в Китае ЦРУшники в 2010 году. По мнению Вашингтона, Китай в период с 2010 по 2012 замочил или посадил в тюрьму от 18 до 20 информаторов ЦРУ на своей территории после взлома их базы данных. И правильно сделали. Бо Увил Джексон. Один из первых блюзовых певцов. Неизвестно ни место его рождения, ни дата смерти. Вообще ничего практически о нем не известно. Разве только настоящее имя. Джеймс Батлер. И то это не точно. Эксперимент с 21 граммом. А про это вы наверняка слышали. В 1907 году Дункан МакДугал решил взвесить, меняется ли вес человека при смерти. В его экспериментах вес изменился на 21 грамм, и он предположил, что эта душа покинула тело. Но на деле все немножечко проще. После смерти легкие перестают охлаждать кровь, тело немного нагревается, и от этого усиливается потоотделение, и от этого вес может изменяться. Да и к тому же, мало того, что выводы были сделаны только по одному человеку, Дункан признавал и считал, что необходимо провести несколько таких экспериментов. Так еще и непонятно, насколько хреново эксперименты были в принципе проведены. Принцип Маха – это сложная концепция, находящаяся на стыке физики и философии. Она состоит из трех пунктов. Я зачитаю их с Википедии дословно. Первое. Существование пространства и времени неразрывно связано с существованием физических тел. Удаление всех физических тел прекращает существование пространства и времени. Второе. Причиной существования инерционных систем отсчета является наличие дальнейших
легких космических масс. Третье. Инертные свойства каждого физического тела определяются всеми остальными физическими телами во Вселенной и зависят от их расположения. В той же Википедии написано, что проводили опыты и доказали, что это все не работает. Я не понял, в чем именно заключается суть опытов, но вот их описание, если кому надо. Эффект Марса. Астрологическая хрень, мол, положение Марса во время рождения ребенка на что-то влияет. Манихейский нарратив. Это термин, который используют, когда берут что-то с потолка и пытаются сделать из этого чистое зло, ну или чистое добро. Например, когда всякие политики говорят, что компьютерные игры это исчадие ада, и вообще ребенок сначала играет в Counter-Strike дома, а потом играет в Counter-Strike в школе. В основном это используют в теориях заговора, типа вот рептилоиды, масоны, вставьте нужное, это чистое зло, а кто-то там чистое добро. Скелет на Луне. Байка, мол, экипаж Аполлона-11 нашел на Луне человеческий скелет в джинсах и гавайке. У кого-то был неплохой отдых. Дейли Плаза, масонский криптохрам. Дейли Плаза – это место, откуда ёбнули Кеннеди. Ну и эта теория гласит, что его убили перед масонским храмом, совершив тем самым сатанинское жертвоприношение. А еще это место находится на одной параллели с другими оккультными местами, такими как Лос-Аламос, Бермуды, Триполи, Дамаск, Багдад, Тибет, Нагасаки. Так ли это на самом деле, я не знаю, но звучит охуенно. Инфа с газеты Правда.ру, а значит информация правдива на 100%. Идем дальше. В США отравляли скот в Ираке. Эта байка ходила в начале нулевых. Я только не понимаю, для чего это нужно было делать по версии конспирологов. На Вьетнам в свое время вылили 77 миллионов, по сути, химического оружия, для того, чтобы джунгли поредели, скажем так. А в Ираке зачем подобным нужно было заниматься? Масонский конец света. Ой, это старая ебанутая теория, типа подписание Декларации независимости США в 1776 году начало какую-то череду из 13-летних циклов, которые закончатся каким-то пиздецом в 2022 году. Ну, с другой стороны, они на то и масоны, чтобы все знать. Ладно, переходим к следующей теме. Код отчаяния. Короче, в произведениях Лавкрафта древние боги могли влиять на поведение человека, заставляя его писать или рисовать то, что нужно им. Я правда не помню, назывался ли он так в самих рассказах. И в общем, нечто похожее, когда людям приходят плохие мысли или желания, то считают, что в этом виноваты рептилоиды, масоны, ктулху, ну и кто угодно. Асемическое письмо. Это так называется письмо, не имеющее смысла. Это больше не письмо, а скорее рисунок, что ли. Вот сами посмотрите. Сокровище острова Оук. Есть такой остров, Оук, находится вот здесь. На нем уже несколько сотен лет все, кому не лень, ищут клады, но... Бля, как бы сюда хорошо зашла шутка какая-нибудь про закладки. Но никаких кладов никто так там и не нашел, несмотря на то, что есть множество легенд, указывающих на это. Ну, значит, что тамошний наркоконтроль работает как часы. Не, это шутка не смешная. Светящаяся девочка пирана. 5 января 1935 года вышла вот эта газета, в которой описывалось следующее. В больницу Италии поступила 12-летняя девочка с астмой. И прикол был в том, что когда она засыпала, у нее начинала светиться грудь голубоватым светом. Явление это длилось меньше секунды, но врачи сумели сфоткать это, но фотографию запороли. Ну, короче, доказательств этому нет, и вообще все походит на какую-то наебку. Паранормальная атака семьи Джеймисон. В 2009 году отец, мать и ребенок поехали смотреть свое новое жилье и пропали. Деньги и ценные вещи остались в машине. Предположительно, их останки нашлись в 2014 году. Причину смерти выяснить не удалось. Был найден мобильник, на котором было фото ребенка семьи в день их исчезновения. Семейка была очень интересной. По словам местного пастора, они занимались изгнанием бесов. Жена заявляла, что может заниматься экзорцизмом, а муж читает периодически сатанинскую Библию и, более того, спрашивал у пастора, нет ли у него священных пуль. Ну и, короче, теория гласит, что их замочили демоны. Вот так обстоят дела с обучением воинскому делу у дебилов. Но вообще достаточно интересное это дело. На досуге можете сами почитать про другие версии. Ронга-Ронга. Наверняка слышали об этом. Загадочные таблички с острова Пасхи. Понять, что там написано, так и не получилось, хотя нашли их аж в 1862 году. Крещан — это смайликовый убийца. Так.
Смайликовый убийца уже встречался в этом айсберге. Вот вам тайм-код и ссылка на предыдущий видос. Если не видели, когда смотрите этот ролик, посмотрите его. Крещан — это интернет-фрик. По сути, обычный душевно больной человек, которого троллит пол западного интернета, и которому он объявил джихад. И в ходе травли кто-то пошутил, мол, он на самом деле является смайликовым маньяком. Это пиздец какой-то, будто я грибов, блять, галлюциногенных объ... Ариане. Нигде не нашел, что это. Если вы в курсе, о чем речь, пишите в комментарии. Американские материалы биооружия в Ираке. Я это никак не буду комментировать. Просто предложу подумать над тем, в каком же ебанутом мире мы живем, что официальная причина нападения США на Ирак, наличие второго какого-то биооружия, находится в середине огромного айсберга конспирологии. Наряду с теорией, что Крещан это смайликовый убийца. Я оценил шутку. Карта золота в Паучьей горе. Якобы вот здесь где-то спрятан клад, который никто так и не нашел. Тихий город, Аляска. Есть легенда, что в 1880 году на Аляске видели какой-то призрачный город, который исчезал при подходе к нему. Также к этой легенде обычно прилагается фотка этого миража, вот она. Но что на ней запечатлено, непонятно. Может мираж, а может какой-то другой город. Другие луны. Некоторые шизы принимают полевые облака за другие луны Земли. Согласно другой теории, дополнительная луна просто прячется за видимой. Я сейчас пытаюсь представить, как эта конструкция хотя бы теории должна работать, и давайте к следующему пункту. Алхимические призраки крови. Информации вообще ноль. Возможно, как-то связано с вампирами, но звучит классно. Племя Дзопа. Хотя на русском почему-то звучит как дропа. Ну, неважно. Короче, 12 тысяч лет назад на Землю высадились инопланетяне и зачем-то поселились в Тибете. Якобы нашли 716 скелетов этих дропейцев, но на деле это обычная мистификация. Никто никуда не ездил, никто ничего не находил. Резня в Боулинг-Грин. В 2017 году советница Трампа, как один из аргументов в пользу непускания мусульман в США, привела устроенную исламистами некую резню в Боулинг-Грин. Прикол тут в том, что это события взяты из головы, и в реальности ничего такого не было. Но тут имеется в виду, что на самом деле кровавая баня произошла, но ее тут же засекретили зачем-то. И вот советница Трампа случайно проговорилась. Я сделаю с тобой то же самое, что делают чиновники с госбюджетом. Я тебя попилю! Мир Бран. Ой, блять. Это квантовая физика. Я дословно зачитаю определение с Википедии. Брана от мембрана. В теории струн, М-теории, гипотетически фундаментальный многомерный физический объект размерности меньше, чем размерность пространства, в котором он находится. Никто ничего не понял, я тоже ничего не понял. Непонятно, что это делает в этом айсберге. Идем дальше. Гигантская креветка в прачечной. Эта байка появилась в середине прошлого века. Якобы девушка по имени Вирджиния Стейлпс снимала в штате Вашингтон необычный домик. Прикол был в том, что стены прачечной, которая находилась в подвале, были все в больших дырах. Хозяин дома сказал, что не знает, что это и как тут появилось, но типа сделает скидку из-за этого. И вот одним днем Вирджиния, как всегда, спустилась в подвал постирать белье, и тут она заметила какую-то хрень, отдаленно напоминающую креветку, только размером с собаку. И все бы ничего, но эта поебота, издавая странные звуки, зашагала в сторону девушки. Заорав, тянка вылетела из подвала, подперла дверь чем-то и быстро собрала вещи и съебала. Ну а потом этот дом снесли. История интересная. Лес пропавших детей. Здесь находится национальный лес Лос-Анджелеса. Там в 60-х пропало без вести немало детей. Ну а в 70-х в их убийствах и сексуальном насилии признался некто Макрей Эдвардс. Он сам пришел к ментам и все рассказал. Несмотря на то, что он утверждал, что убил шестерых, суд смог доказать лишь убийство троих. Но несмотря на это, его и так приговорили к смертной казни. В тюрьме, пока ждал казни, он вообще заявлял, что причастен к 18 убийствам. Но приговор не удалось исполнить, так как он повесился на проводе. Незадолго до этого поступка он опять переобулся и в предсмертной записке написал, что никого не убивал, а виноват во всем некто Билли Калека. Короче, тут по этой истории можно снимать хоть новый сезон настоящего детектива. Индийские голубые собаки. В Индии несколько лет назад заметили стаю собак синего цвета. Породы были разные, а шерсть была одного цвета. Это связано с тем, что в тех местах находился завод, сбрасывающий в реку отходы, в том числе и красители. Ну и также дополню, что на нашем православном
славном Даваче есть прикол про зеленых собак, но это отдельная история, потом как-нибудь расскажу. Инсайды взрыва в Оклахоме. В 1993 году последователи секты Ветви Давыдова заперлись у себя на ранчо в Техасе. Местные власти хотели их бескровно выкурить, но сделали все максимально хреново, закидав все, что только можно слезоточивым газом, они спровоцировали пожар, убив тем самым 82 сектантов, среди которых было более 20 детей, и даже угробили своих 4 оперативников каким-то чудом. Парочку ультраправых сумасшедших, наблюдающих за этим всем со стороны, решили отомстить за это правительству США, и спустя 2 года, 19 сентября 1995 года, подогнали к федеральному зданию имени Альфреда Миррея грузовик с взрывчаткой и взорвали. Погибло 168 человек, среди которых 19 детей возрастом до 6 лет, и более 680 людей получили ранения разной тяжести. Ну и вокруг этого события ходит множество баек, начиная тем, что это организовало ФБР с ЦРУ, заканчивая рептилоидами. Илон Маск контролирует разум. Маск как-то анонсировал нейролинк, типа контора по вживлению чипов в мозг. На деле очередная расхайпленная поебота, которая ничего из себя не представляет. Как будут первые удачные образцы, тогда и поговорим. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Смерть Майли Сайрус. Ну, классика. Это какая уже по счету знаменитость в этом айсберге, которая якобы умерла? Запланированное вымирание. Есть такое понятие экологическая сортировка. Это когда ресурсы отдаются в первую очередь той популяции, которая в них больше нуждается. И в общем, всякие ультраправые долбоебы считают, что их таким образом тайное правительство хочет выморить в угоду евреям, чернокожим, вставьте не нравящуюся любую национальность и так далее. Экипаж дирижабля Л-8. В 42-м году экипаж небольшого военного дирижабля пропал без вести. Перед исчезновением они заявили, что подлетают к какому-то нефтяному пятну. Через 3 часа пустой дирижабль грохнулся на поле для гольфа. Экипаж так и не нашли, возможно, это были шпионы. Человек-мотылек 11 сентября. Ну, блять. Человек-мотылек. Сколько нужно быть ебанутым, чтобы считать, что к самому страшному теракту причастна двухметровая муха-цокотуха? Могли бы пойти дальше и заявить, что на самом деле человек-мотылек был руководителем Аль-Каиды, хули нет-то? Геометродинамика. Это попытки описать весь окружающий мир, вообще все с помощью геометрии. Плерома. Термин в гностицизме, обозначающий божественную полноту. То есть, по мнению гностиков, если объединить все божественные сущности, то это будет называться плеромой. Временные автономные зоны. Но, насколько я понимаю, это одна из идей об устройстве общества анархистами. Типа, люди должны разбиться на кучки и внутри них голосованием решать, что им нужно делать. Это если я правильно понял, но тогда непонятно, что мешает самой сильной кучке начать порабощать остальных, за счет чего усиливаться и порабощать еще больше, как было с Монгольской империей. Хотя, возможно, я что-то не так понял. Кодекс Гигас. Здоровенное книжище длиной в метр, написанное в 13 веке. К слову, название так и переводится с чешского. Гигантская книга. По сути, это полный перевод Библии на латиницу. Прикол тут вот в чем. В этой книге находится портрет дьявола, и поэтому книгу называют еще книгой дьявола. Уж извиняюсь за тавтологию. И с этим связано одна очень интересная легенда. Типа в те времена жил один монах, который ни в чем себе не отказывал и делал все, что хотел. И в один момент он всех заебал, его приговорили к замуровыванию заживо в стене. Монах этот обосрался от такой перспективы и попросил пощады. В ответ на это ему поставили условие, что его помилуют, если он напишет эту книгу за ночь. Ну а монах хитрый был и попросил помощи у дьявола, и короче кое-как управились они вместе с работой. Что стало с монахом и помиловали ли его или ёбнули за сатанизм, не понятно. Это вы кого вызвали? Вы что, угораете? Диснеевская круизная торговля. 21 марта 2011 года с круизного лайнера Диснея бесследно пропала молодая девушка Ребекка Кария. Последний раз она попала на камеру во время разговора по телефону с кем-то, и она, похоже, была немного нервной. Что стало с ней, неизвестно, но некоторые личности считают, что Дисней похищает тех, кто отправляется в их круизы для дальнейшей продажи человека на органы или для каких-то других целей. Скорее всего, девушку просто убили и выкинули за борт. В любом случае, история трагичная. Лежащие камни Берингера. Окаменелости, найденные в 1725 году ученым Иоганном Бартоломеусом Адамом Берингером. Он считал, что они имеют божественное происхождение, так как на них на иврите было написано имя Бога. Но довольно быстро выяснилось, что это не окаменелости, а их просто подкинули ученому местные приколисты, чтобы поржать над ним. Получилось немного неудобно. Чего не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да?
Это проект Рака Макафо. Ксенофеминизм. Нет, это не шиза в стиле Никсель-Пиксель, это кое-какая другая шиза. Приверженцы этой идеи считают, что с развитием технологий нужда в гендере, национальностях и так далее пропадет, что даст расцвести сотням полов. Чё, блять, при ксенофеминизме у меня линолеум цвести будет? Ксенофеминизм – это право каждого говорить как никто в частности, что относится к бесчеловечному желанию отменить гендерные особенности, а также расу и класс, в то же время позволяя, цитата, «сотни полов расцвести». Любой феминизм 21 века должен быть трансфеминизмом. И этим жестом XFM хочет вернуть способность мобилизовать истинные универсалии против ложных. А мы должны, в случае с транс-женщинами, сразу же понять, что женщина не является полнотой чьего-то воплощенного существования и одновременно защищать право на это физическое выражение и стоящую за ним идентичность. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Ксенофеминизм похож на коммунистический манифест 21 века. Реально. Очень здорово. Марк Фишер. Это чё, блядь, за говно, нахуй? Чё, блядь, за хуйня, блядь? Кости озера Окичоби, реки Аусила. Касательно первого. Там находили просто дохуя самых разных костей, и местные жители считают, что это место из-за этого проклято. Касательно второго, в этих местах тоже находили дохуя костей, которым от 10 тысяч лет до хер знает скольки. Также там были найдены следы обитания человека тех же времен. Ну а на этом мы пока остановимся. Хочется сказать спасибо тем, кто следит за моим творчеством, проявляет активность, оставляет комментарии. Я их все читаю. Без вас этих видео бы не было. Хочется верить, что мои навыки хоть немного выросли в создании видео по сравнению с предыдущим годом. В этом году я определился с тематикой роликов, подачей, монтажом и так далее. Буду продолжать стараться улучшать контент. В этом году у меня вышло аж 26 видео, считая это. И появилось 3 новых рубрики. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. Опять же, подписывайтесь на телеграм, там лампово. Я достаточно хреново умею задвигать всякие тосты, поздравления, пожелания. Уж надеюсь, вы меня простите. Но хочу пожелать хорошо встретить этот праздник. Проводить этот 2022 уже наконец-то. И чтобы новый 2023 год был хорошим, добрым и счастливым для всех. С Новым годом, с новым счастьем.